Я родился и вырос в христианской семье. Мой папа был диаконом, был пастором. С самого детства мои родители придерживались той логики, чтобы ребенок был постоянно занят. И с самого детства, с 4 лет, я был и в хоре, и на шахматах, и спорт, и рисование, потом еще музыка. И вот так вот я занимался. Обычная школа, там, рисование, шахматы, музыка. И вечером приходил домой, делал уроки, хорошо учился. Также участвовал в разных церковных мероприятиях, это были площадки. К нам приезжали американцы, мы устраивали всякие разные проекты для подростков, для детей, по поселкам ездили. Участвовал в спектаклях, играл там Исаака во всяких тоже церковных проектах. Вот такая была у меня жизнь. А также я вырос в многодетной семье, у меня есть братья и сестры. С Богом я начал свое знакомство с самого детства, потому что с самого детства был в церкви, это было что-то такое неотъемлемое. Неотъемлемая часть жизни, это было что-то такое свое, родное, в чем не было сомнений. Но когда я стал взрослеть, когда мне было там 11-12 лет, немножечко все начало меняться. И переломный момент в моей жизни, это был, когда мои родители, когда я был в 6 классе, сходили на какой-то семинар, какой-то церковный, и заразились той мыслью, чтобы дети учились на экстернате, на домашнем обучении. И после этого они перевели на домашнее обучение всю нашу семью. И я приехал домой, и у меня вся учеба была дома. Мне купили компьютер, мне купили телефон, интернет. И все это появилось резко в моей жизни, резко все сразу. Я начал смотреть фильмы, играть, все это было для меня очень интересно. И с учебой я думал, ну типа я очень хорошо учусь, мне там наверстать. Там 2 минуты, часто я там быстренько сдам экзамен, пока я могу поиграть, все такое. 2-3-4, пару месяцев, и я совсем как-то отошел от учебы, стал замыкаться, стал целыми днями проводить в интернете. И думал, а зачем туда мне ходить и на мои кружки, там на борьбу, на музыку. И была такая тема, я другу звоню, говорю, ну что, Пашок, на борьбу? Он говорит, на борьбу, Андрюха. И мы встречались, но шли не на борьбу, мы шли, куролесили, гуляли, и так было, получается, с обеда до самого вечера, на протяжении многих дней, вот так вот мы жили. И через какое-то время мне эта жизнь наскучила, у меня не было абсолютно никаких отношений ни с семьей, ни с братом, ни с друзьями, и с учебой было очень плохо, я не смог сдать экзамены, надо было их пересдавать, я с трудом в итоге в 6 классе закрыл на 3 экзамены. Для меня это было нонсенс, потому что я был хорошист, все такое. И как-то потерялся смысл жизни, потерялось какое-то желание что-то куролесить, кутить. Я перестал ходить в церковь, не ходил там порядка 6 месяцев. И был такой момент, когда я сел дома как-то и задумался над своей жизнью, и думаю, а чего все так плохо-то? Все как бы... Больше не хочется так жить. Вообще никакого смысла, никакого просто пустота, чернота. Ничем себя уже ни фильмами не заполнить. Просто все это неинтересно абсолютно. И я подхожу к родителям и говорю, мам, папа, что мне делать? Такая-то ситуация. Они говорят, тебе нужно покаяться. Я говорю, окей. Что-то через пару дней там покаялся с родителями вместе, мы там помолились. Но это, наверное, было что-то такое, чтобы восстановить отношения с родителями, но какого-то коренного момента, который изменит жизнь, не было. И родители говорят, так и так, ты сделал это ради нас, тебе нужно сделать это для себя, для своей жизни, тебе нужно выйти в церкви и перед всеми покаяться. Я такой думаю, да ладно, как перед церковью, где все меня знают как хорошего парня, который там всегда поможет, служит, все такое. Сейчас я выйду и буду каяться, думаю, да ладно. И вот с этой мыслью я жил, а потом я созрел, понял, что я выйду. Было воскресенье, когда я ехал в церковь с родителями и понимал, что сегодня я выйду и покаюсь. Я приехал, сел, еще сделали перестановку какую-то в церкви, поставили лавочки кругом, и я видел всех, и все видели меня, и это было как-то такой тяжелый психологический момент. И вот я сижу, думаю, жду призыва к покаянию, слушаю первую проповедь, слушаю вторую, в голове куча мыслей, все жду этого момента, а его все и нет. И нет, и финальная молитва, все,
собрание закончилось, молитвы не было, призыва к покаянию не было. Я такой, так, окей, подхожу к родителям. Родители говорят, да ладно, типа, надо было встать и сказать, я, остановите собрание, я хочу покаяться. Мы позвали пасторов, позвали каких-то ребят, сделали молитву, я там помолился. И так вот прям хорошо стало, изменилось и отношения с родителями, и моя жизнь, появились такие близкие отношения с Богом, вот. Вообще стало неинтересно как-то не играть, не фильмы смотреть, там, и ходить там не на борьбу. Я вернулся в школу в тот момент, стал хорошо учиться, было очень тяжело. И где-то с того момента начался мой путь к Богу, такой очень сложный, с многими падениями, но всегда вставал, всегда держался и знал, что уже в этом смысл жизни, и кроме этого мне ничего не нужно. Из ярких моментов есть такой случай. В 9 классе я учился в школе и думал, что мне делать дальше в жизни, хотел узнать какое-то свое предназначение, путь, чтобы мне следовать как-то, развивать свои сильные стороны и добиться чего-то в жизни. Я молился об этом, думал, что же мне делать в жизни. И как-то вечером папа приносит газету домой, и там было объявление, что идет набор в «Газпром-класс». Нужно сдать хорошо экзамены, пройти собеседование, иметь хорошее портфолио, там что-то много-много всего. И я прям загорелся, стал хорошо учиться, прям еще лучше. Там добивался, собирал грамоты, портфолио, там-там-там, все заканчивал. Потом еще году я заканчивал музыкальную школу. И в итоге я закончил, хорошо сдал экзамены, подал документы и поступил. И я был вау, просто там со всего Питера было всего 29 человек. Там было очень круто, это уже какое-то давало стабильность в жизни, и давало понимание, чем я хочу заниматься, и какую-то перспективу. Я очень обрадовался и думаю, реально, жизнь с Богом, она поразительно удивительна, и можно добиться гораздо большего, чем даже мечтал. Также хочу поделиться историей, которая произошла совсем недавно, на днях, в свете последних наших событий мировых. Я занимался проектом, мы продавали систему очистки воды в детские сады с партнером. И так получилось, что как только мы набираем обороты, делаем рекламу, делаем рассылку, коронавирус, детские сады закрывают, мы звоним и говорят, нам говорят, что нам бы просто сейчас сохранить бизнес, а что-то покупать и всего нам просто неинтересно. И вообще их закрывают полностью, и многие проекты сейчас, которые были, они обвалились. И в такие моменты понимаешь, что ты становишься ближе к Богу. На него вся надежда, и как-то все эти подпорки, которые я ставлю себе в жизни, какие-то финансовые, они уходят на второй план. А насчет всей этой ситуации, я думаю, если углубляться в новости, там, думать о задумках мирового правительства, там, что с нами хотят сделать, все такое, то становится очень тяжело, и понимаешь, что не можешь на это повлиять, и становится тяжело. А с другой стороны, ты понимаешь, что всю эту ситуацию контролирует Бог, и Он ее допустил, и я Его сын, я им любим, и Он меня ведет, и значит, как бы все ко благу. Значит, просто надо быть ближе к Богу, ждать Его пришествия. Я думаю, что оно будет очень скоро, прям очень скоро. Я прям не планирую там на 5 лет вперед, уже планы не делаю, потому что мне кажется, что бессмысленно, что прям это скоро будет. И сейчас тот самый момент, когда нужно сделать рывок в отношениях, рывок в каких-то жизненных целях, чтобы тратить время только на то, что действительно важно и ценно, вкладываться в отношения с близкими и послужить для Бога на максимум в это время. Сейчас такое время, когда мы находимся на самоизоляции, и вместо того, чтобы посмотреть сериал, можно зайти на YouTube-канал церкви и посмотреть проповедь, как минимум. И я вот этим занялся в последнее время и понимаю, что на это стоит уделять свое время. А также пришла такая мысль, что сейчас, когда правительство обложило вклады в банки дополнительным налогом, сейчас люди массово вытаскивают деньги из банков, и надо использовать этот момент. Сейчас мы также развиваем инвестиционную кампанию, и я понимаю, что сейчас можно помочь людям, чтобы те, кто не работает, могли инвестировать свои деньги и жить на проценты, и тем самым облегчить им жизненную ситуацию. И вот сейчас я понимаю, что нужно сделать рывок в этом, найти твердые проекты,
которые будут работать в наше время, это такие, как там, продовольственные магазины, медицина, договориться и собирать деньги из тех, кому сейчас трудная ситуация, кто потерял работу, чтобы обеспечить им пассивный доход, и они могли жить и не переживать. И вот в этом я вижу часть своей миссии на данный момент. И стараюсь развиваться в этом и обеспечить людям какую-то помощь. Сейчас такое время, когда мы находимся дома, в своей зоне комфорта, у нас много еды, и в основном я в последнее время много кушаю, много чего-то смотрю. Я понимаю, это не то, чем я должен заниматься. Я попробовал заняться творчеством, записал пару стихов, и они набрали неожиданное количество просмотров. И я понимаю, что сейчас нужно заниматься так же, развиваться, не зависать на каких-то вещах маловажных. Также и в церкви, вот, меня вдохновило обращение пастырей к нам. И мы также можем звонить своим близким, просто поддерживать их, давать им веру, и чтобы они не впадали в панику, просто быть с ними на связи, это для них важно. Сейчас такое время, когда многие потеряли мир на сердце. Я призываю всех верить Богу, знать, что Он с нами, хранить мир на сердце и служить людям по максимуму. Они сейчас в этом нуждаются. Это самое благоприятное время для того, чтобы донести людям свет, и они его приняли. В наше время, когда многие болеют, многим сложно, мы сидим дома, возможно, без работы, возможно, вас посещает такая мысль: а зачем Бог допускает все это? Я вам отвечу. А разве не в такие моменты мы задумываемся о Боге? Разве не в такие моменты мы приближаемся к Нему? Лично в моей жизни сейчас время для рывка в отношениях с Ним. И я призываю вас узнать Его лично.